Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Мастер Ловушек. Так, ну что, забираем с тобой награды. Забрать сундук, конечно. Опа. Так. Угу. И новинка, друзья мои, мы получили новую карту. Паучок какой-то. Какой-то паучок. Так, это у нас ограниченный набор. А что у нас тут? Так, ну мы с тобой прошли вот эту вот, да? Потайная пещера, у нас сумеречная. Потом идет заброшенный рудник. И в конце идет дремучий лес. А вот это что такое? Ага. Это, видимо, за то, что мы с тобой прошли, да? Полностью получили награду. Хорошо. Так, здесь тоже мы заберем. Ну что, идут злодеи. Не так уж и много, в принципе, злодеев. Я думаю, стоит нам повоевать. Только для начала я возьму... Так, прокачаем, наверное, вот эту вот бочку. Улучшить. И помимо бочки я хочу использовать вот ту самую новую карту, которую мы получили. Где она у нас? Вот. Вместо чего бы ее влепить-то? Вот дилемма-то. Так, используйте вместо... Я не знаю, вместо чего. Давай вместо вот этой. И заодно еще и улучшим. Выпускает паутину, которая замедляет противников. Очень полезно в бою против быстрых врагов. Вот. То есть это как бы какой-то паучок у нас получается, да? Давай еще тогда улучшим. Это паучья пушка. Ну что же, я думаю, что паучья пушка нам нормально сыграет роль нашу. Так, давай здесь тоже улучшим. Это напольная пила. И вот это вот, да-да-да-да-да, огнемет обязательно, ребят. Огнемет это топчик. И еще можно даже, да, улучшить. Ух. Он третьего уровня уже стал, прикинь. Ну что, теперь давай пойдем. Враги идут, нам сказали. Так что на старт, внимание, марш. Я готов. Я, друзья, готов. Ох ты. Значит так. Поставлю бочку, наверное, вот сюда. И здесь поставим... Кстати, паутинку надо будет посмотреть. Здесь грушу. И, наверное, сразу же и огнемет, чтобы перчатка, если что, отбивала. А тут еще и замедляху возьмем. Плюс. Нет, валун здесь не нужен. Бочку еще одну поставим. Ну что, поехали. Ага. Бочку надо будет прокачать. Ай, красиво, пушка жарит. На. Так, надо, наверное, побольше лучей поставить лазерных, да? Блин, а у нас... Проблема, знаешь, в чем? Что у нас против летучих мышей практически ничего нету. Так, улучшенный выстрел к мане. Начали бойные. Давай, наверное, улучшенный выстрел. Выпускает пули при синтезе ловушек. Одна пуля может поразить до трех противников. Синтез это значит, что улучшение, когда ты улучшаешь. Так, я, наверное, пушечку на прокачку и ракетницу вместе. Давай вот так вот. Погнали. Пока неплохо. Пока мне нравится, как у нас произойдут дела. Вот единственное, что... А, огнемет даже воздушные цели жарит. Ну, это и круто. Это, ребята, круто. Но их тут очень много, этих летунов. Нам, наверное, надо будет вот так еще сделать. И вот так. Так, что у нас тут? Двойной синтез. Возврат самоцветов в плане. Возвращает возвращение лазерного цвета после завершения боя. Давай синтез. Так, я вызываю. Это последняя, третья волна у нас идет.
Ай, как же хорошо, ребята, жарит. Вообще замечательно. Ух ты, сколько там этих летучих мышей. Давай, 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 давай. Может быть, нам вот так вот сделать. Есть, прошли. Мы прошли этот этап. Открываем. Не сказать, конечно, что я очень доволен наградой, но лучше так. Согласись. Опа, красный нетопырь. Это у нас новый противник. Ну, точнее, если мы будем играть в ПВП-шку, это за нас будет, да? То есть 51 место у меня в данный момент. Что тут я могу взять? А, алмазы бесплатно. Спасибо. Алмазики мы забрали. Все. Ну что, давай тогда сразу двигаться на следующий поединок. Поехали. Кто тут у нас будет? Что-то не особо не показали. Значит, сделаем так. Сделаем так. Сделаем огнемет. Бочка. Бочка и пока ничего. Вот так, циркуляру еще влепим. Ну и грушу сюда поставим. Вот так. Давай посмотрим. Ага. Идут, идут враги. Копатели. Сам видишь, да? Все отлично жарит. Так, бочонок прокачаем. Ох ты, смотри, они на мелких теперь почему-то. Раньше не было такого. А теперь есть. Первый этап пройден. Три этапа здесь всего лишь. Значит, возврат самоцвета к мане в начале боя. Взяли мы к мане в начале боя. Так, паучок. Поехали. Может быть, еще заморозку-то поставим? Смотри, как круто. Да, здесь вообще моментально мы их разобрали. А что, не снеговика мы его все-таки ломает? Ты посмотри. Так, проклятые самоцветы, улучшенный выстрел. Улучшенный выстрел. Они, оказывается, снеговика мы его бомбят. Видишь, у него сколько здоровья осталось. Что-то мне такой расклад не совсем нравится. Бьют, они действительно бьют снеговика. Да кто такой-то? Кто здоровый шел, да? Прошли? Даже не успел, да? Так, опять какую-то ерунду нам надавали. Подтвердить. Что-то хочется мне заменить. Я пока вот тут не... Ох ты. Жестокий расхититель могил. Это босс. Босс теперь нам доступен. Расхититель могил. Контракт разорван. В плане контракт разорван. С чего вдруг-то? Разорвали они контракт. Ну-ка дай-ка я гляну кое-что. Так, снеговика. Может быть, нам снеговик убрать и поставить вот это вот. Эта стена блокирует проход и наносит урон. А, это стена. Подожди. А если я не хочу, например, стену? Да, я, наверное, вот так вот сделаю. Улучшим. Циркулярная пила. Она как раз против воздушных идет. Поехали.
Сейчас мы с ними разберемся. Надеюсь. Так, мне тебе показалось. Это мне не пригодится. Так, лазер сюда. Перчатка пускай здесь. Вот, огнемет. Стена. Паучок. Так, подожди. Поехали. Тут нужно ускорить. Если ты думаешь, что слишком медленно, тут можно ускорить и... Отлично, здесь очень хорошо получилось. Так, метеор, снайпер. Мне снайпер понравился. В прошлый раз мы брали, очень даже неплохо себя проявляет. Так, бочка, паучок. Поехали. Так, летучие мыши, конечно, тут очень сильно мешаются. Так, улучшаем стенку. Ага. Так, уровень навыка. Усиление атаки. Снайпер 2. Поехали. Тут уже, кстати, 5 волн. Так, подожди секунду. Бочку. Ну. Есть. Так, ну что, прошли этот этап. Усиление, так, что там у нас? Награда за поражение, давай награду за поражение. Мне стенку надо как-то улучшить, наверное. Что скажешь, а? Пила только здесь, блин. Блин, стену сломают сейчас. Ага, уже не сломают. Прошли. Следующий бой. Идут, идут супостаты. Ну, сапай. О-о-о-о-о. Внизу, внизу идет здоровяк. Ну что, победа, ребята. Отлично. Этап пройден на... Кстати, сейчас будет уже босяцкий, потому что будет 2-5. Так что готовимся, ребят. Да, понравилось, но позже. Так, здесь мы забираем с тобой награду. Ох ты. Здесь тоже забираем. Дальше что у нас там идет? Оп. Открывай, открывай. Смотрим. Угу. Открыть сразу. Так, паучок, по-моему, у нас может быть на прокачку поставлен, как я могу понимать. Будем прокачивать паучка или что? Так, здесь можно, кстати. А, не хватает денег, да? Не хватает денег. Блин, а сколько же вы стоите-то? Ядовитая пушка легендарная. Хочу такую пушку, ребят, себе получить. Исследовать. Начать исследование. Ага, вот для чего нам. Так, шанс 3% в начале игры получить один случайный навык. Увеличивают цену продажи всех ловушек на 3%. Увеличивают максимальный запас прочности всех ловушек на 5%. Понял, что это такое? Вот, оказывается, для чего нам нужны были эти пробирки. Ё-моё. Теперь будем знать. Слушай, у нас 621 самоцвет. Блин, хотелось бы, конечно, сундук гордости открыть. Но нехватка, сам видишь. Приличная нехватка. Ладно. Глядишь... И заработаем. Сейчас будет босс. А в этом уровне у нас будет босяцкий, ребята.
единственный шанс на этом этапе. Нет, не надо мне. Раз тут будет босс, значит, мы сделаем все по-своему, чтобы у нас все было топово. Так, подожди. Поехали. 7 уровней здесь. О, тут еще и скоростник. Ё-моё. Уровней. Так, прокачиваем. Нет, я не буду тратить. Так, усиление атаки. Тяжелые самоцветы. Нет, лучше вот так сделаем. Готов, поехали. Бегут, бегут, бегут. Угу, я вот не знаю, грушу нам нужно ставить или нет. Вот стенку нам точно нужно укреплять, это однозначно. Так, ускорение атаки берем. Скорость ловушек будет ускоряться. О, босс, ребята, по-моему, нет, это не босс, это предбосс. Босс будет у нас на последней, по идее, волне должен быть. Че? Это не босс, это сосунок какой-то. Так, усиление атаки. Давай усиление атаки. Груша, ну я не знаю, наверное, грушу можно вот здесь влепить. Ну мало ли, прорвутся, кто их знает. Да? Мы прошли эту волну, давай дальше. Так, бочка. Бочка третьего уровня. Так, сюда вот поставим, наверное, на всякий случай. Жнец. Жнеца возьмем. Возьмем жнеца. И, наверное, еще вот так вот сделаем. Предпоследняя, ребята, волна. Стенку надо захилять. Так, паук, паук пока нормально себя чувствует. Видишь, ловушки у нас тоже имеют свойство, ребята, ломаться со временем. Так, блин, не хватает буквально чуть-чуть нам прокачать босс. Вот здесь будет босс, ребят. Так что подготавливаемся нормально. А что, ловушку не сломали? Ты серьезно? А куда звук делся, ребята? Прикинь, они просто взяли и сломали. Он ломает, он идет и просто, ребята, ломает все на своем пути. Посмотри. Ну! Есть! Вот это да, ребята. Еще бы чуть-чуть, он бы просто... Он бы просто ушел бы совсем. Все, что мы взяли. Точнее, все наши кристаллы бы забрал бы. О, у меня аж в горле пересохло. Я уж, бедный, разволновался, ё-моё. Да, вот такие вот, ребят, пироги. Так, что у нас там? Шестой этап. Ну, пошли. Что у нас там за враги? Тут нормально все. Блин. Ох ты. Сотрудники лаборатории ловушек украли ядовитые пушки у одного из разбойников, которых пытался... распылять в пещере яд. Давай вернем яд этим злодеям. Вы готовы надеть противогаз? О-о-о, конечно. Так, ребят, что-то ни с того ни с сего связь оборвалась. Так, поехали. Поехали, поехали.
Давай смотреть. Угу. Не нравится мне яд, смотри. Что у нас тут? Усиление атаки. Выбираем. Давай сделаем так. Сделаем вот так. Но эти пушки я не могу улучшать. Газовые. Угу, они как бы сами по себе. Ну, яд мы знатно развешиваем на них. Вот что я тебе хочу сказать. Так, прошли мы этот этап. Жнеца берем. Давай, 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 жарим, жарим, жарим. Куда ты бежишь? Захотел в одно лицо тут. Как бы не так. Прошли мы и этот уровень. Так. Что-то я не понял. Ага, быстрый. Какой-то быстрый чувак нам попался. Так, можем улучшить. Я, наверное, все-таки вот эту вот улучшу. Лазер. Третий уровень. Опа. Шикарно. И не знаю, ну, пускай будет улучшено, ребята. Циркулярная пила. Она чисто для летунов. Очень хорошо заходит. Но пушку нам не дали, как я посмотрю, да? Ядовитую, к сожалению. А я на нее рассчитывал. Думал, наконец-то мы с тобой получим. Угу, получили. Так, нам дали улучшение. Пятьсот монет. Слушай, давай я гляну вот это вот, наверное. Покупка завершена. Окей. Я рад. Так, подожди, там что-то еще у нас есть. Ох ты, еще 300 монет. Так, тогда получается, что еще 300. Тогда я могу немножечко прокачать. Давай, паучка, качнем. Четвертый уровень, не кисло, я тебе скажу. И гильотину. Ой, гильотину, циркулярку. Пятый уровень. Так, кристаллы нам нужны. Так, ну что, 150 кристаллов дали мне. Окей. Ну что, друзья, погнали дальше? Я вот думаю, может быть, не, ладно, пускай пока остается все как есть. Думал ловушки поменять, но в принципе меня все устраивает. Пока все устраивает. Значит, сделаем так. Так, огнемет. Огнемет обязательно. Лазерная пушка. Циркулярка. Погнали. Давай, 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 давай. Какой... Блин. Да что такое-то, не понял я. Никак не ожидал, что они пройдут. Возраст самоцветов. Поехали. О-хо-хо-хо-хо-хо. Блин, они проходят уже, ты прикинь, вот они просто не нравятся проходить здесь. Зажибись. Так, что у нас тут? Премиальная установка. Ну давай возьмем премиальную установку.
Поехали. Блин, огнеметов бы побольше, наверное, поставить. 5. Да ну хорош. Эй-э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 й. Чух. Так, еще один, ребята, тырит. Ну, это, конечно, жестко уже начинается. Если честно, тут что-то как-то... По-моему, ребята перебарщивают. Как по мне. Слушай, мне почему-то кажется, что надо снеговика возвращать. Но он первого уровня. Первого уровня. Ладно. Возьму снеговика. Погнали, друзья. Хочешь, не хочешь, а нам нужно проходить. Значит, сделаем так. Пушка, снеговик, лазер плюс замедляшка. Плюс бочка. Поехали. Посмотрим, что у нас из этого получится. Да чтоб вас, а. Метеор, усиление атаки. Да ё-моё, сразу босс. Сразу босс, да? Трындец, конечно. Усиление атаки 2. Так, снеговик, ты уже там почти на излом был. Так, нам надо паучка, наверное, прокачать или что? Паучок, паучок, задерживай их, пожалуйста, паучок. Ну? Ты видишь, что они тырят, ребята, ну? Есть. Блин, вот летучая мышь, а? Противная какая, чуть было кристалл не утащил у меня. Мелкая, а? Так, шустрый грабитель мы с тобой открываем. Угу. Шустрый грабитель. Слушай, я знаешь, что думаю? Может быть, нам вместо вот этой обычной стены взять вот эту вот стенку? Да? Вот так вот, мне кажется, будет поэффективнее. 836 кристаллов. Кстати, подожди, а мы с тобой... Давай возьмем вот этот сундук, а? Ай, красота, смотрим. Так. Паучок. Снеговик и... Ох ты, что за пушка, ребята, это, по-моему... Шикарный сундук, давай возьмем. Так, смотрим, что нам в этом сундучке выпадет. Ох ты. Так. Так. Колье, паучок и... Улучшение на бочку. Слушай, ну я доволен, ребята, я доволен. Во-первых, так, что у нас тут? Забираем. А это еще что такое? Что-то я такого не помню, чтобы у нас было. Что-то новенькое, да, получили? Так. А ежедневку почему не дают нам? Короче, давай делать следующее. Снеговик. Так, что же такое? Информация. Выпускает пчел, который преследует врагов, может одолеть несколько врагов сразу. О,
ты кого? Вот сюда я поставлю, ребят. Вот это вот что такое? Нет, 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 я хотел просто почитать. Что это? Так, разом глотает одного противника. Неудобоваримых. Чего? Неудобоваримых врагов выплевывает. Может глотать только обычных противников. Окей. Дай-ка я прокачаю. Нет, 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 нет. Давай не это сделаем, а лучше стенку. Так. И снеговика. Так, снеговик получает у нас второй уровень. Мы еще можем качнуть? У-у-у. Ну, друзья мои, вообще шикарно. Так-с, и все, пока больше никого не можем. Все-таки, наверное, нам взять. Давай-ка мы возьмем вот эту вот штуку. Вместо вот так вот. Ну что, самое время посмотреть, что нам это даст. Какое преимущество. Снайпера возьмем. Окей. Угу. Проверим. Плюс замедляшка, плюс заморозка. Очень интересно на это все глянуть. Ох, не видно. Ты видал, сколько пчел? Ёк-макарёк. Ну это круто. Усиление атаки, конечно, возьмем. Давай. 5 волн. Усиление атаки. Уровня 2. Поехали дальше. Блин, снеговика надо как-то починить. Починил. Слушай, ну имба. Вот эта пушка пчелиная вообще имба какая-то. Так, ускорение атаки. Ускорение атаки. Плюс я прокачаю огнемет. О, как выглядит у нас. Давай, 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 давай. Офигеть. Если еще, да, вот так поставлю. Так, это последняя волна, да, идет? Слушай, ну пчелиная пушка, это вообще топ. Просто, ребята, топ. Смотри, что твой... Эй, стенку сломали! Да. Что вы творите? Есть. Блин, да, ребята. Жестко они тут нас прижучили, малька. Благо, мы все-таки справились. Так, давай-ка сберем награду здесь. Так. Это у нас 10-й этап. Будет босс. Будет... А, у нас закончилась энергия, друзья. Ну что же. Тогда давайте мы с вами на этой... Подожди, точно закончилось? Нет, не закончилось. Что я свищу-то? Все нормально. Давайте пройдем, наверное, вот этого босса. Если пройдем. И уже будем закругляться на сегодня. Так. Пару бочек надо поставить. Поехали. 10 волн, друзья мои, здесь будет.
Без пчелиной пушки как-то не особо хорошо, если честно. Вот она. Вот она, пчелиная пушка наша. Так, бомбардировщик к мане в начале хода. Ну? Допустим. Дальше у нас что тут? Премиальная установка. Погнали. Чё не всегда снеговика моего бомбят, а? Не дает ему мой снеговик покоя. Так, тяжелый Нет, ускоренная атака. Блин, уже амбалы пошли. Как они быстро разбирают меня, а? Все. Подожди. Так, вот сделаю. Есть. Так, огнемет улучшим. Улучшенный выстрел, метеор жнец. А что за улучшенный выстрел? Выпускает пули при... Нет. Лучше жнеца. Лучше мы возьмем жнеца. Так. Ну тут что-то, если честно, было изи. Изи вообще. Без проблем прошел. Так, премиальная установка уровня 2. Ну давай. Так, давай еще, наверное, бочонок поставим здесь. Так, стоп. Мне нужна вот эта вот пушка. Окей. Давай. Жарим. Так. Проклятые самоцветы. Давай. Проклятые самоцветы. Давай сюда поставим. Поехали. Так, пушка по фулке. Сюда. Так, ребят, последняя 10-я волна. Мне нужно снеговика починить, блин. Есть. Успел я его починить. Ух. Давай. Ди. Посмотри, мелкий. Воу. Это что за фокус? Я не понял. Трындец, ребята, вот это да. Я боюсь представить, что будет на последней волне. Тут было сейчас жестко, ты видел? Побежали они с этим. Так, разблокирован новый монстр. Слизень. Я в шоке, конечно. Да. Ну что, друзья мои, давайте мы с вами, наверное, на этой ноте будем сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!